Друзья, привет! В России выборы идут. Ну, реально, это выборы, это огонь просто. Вот небольшое видео из Люберец. Посмотрите, как прекрасны все, особенно члены избирательной комиссии. Ну и милиционер такой тоже прикольный, ничего не видит. Как говорил Портос в романе «Дюма», желаю тебе мужа, который вообще ничего не видит. Но, скорее всего, такой будет только во втором браке. А вот огнивое видео из Саранска. В Мордовии суровые карусели. Ну, посмотрите, это же прекрасно. Иначе на вас будет видно уголовное дело. Стыдно, мадам?
международные представители ОБСЕ вот здесь находятся, и если только появится на участках, уголовное дело обеспечено. Снимайте всех и выставляйте. Вот, фальсификатор. За что? За что? Мы голосуем сами за себя. Идите. Зачем же перемешаете ваше уголовное? Ну, идите, идите. И если только появитесь, то участвуйте. Ваша лица все. Вы не будете Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте видео, а мы постараемся вас еще сегодня порадовать чем-нибудь веселым из категории «Выборы в России». Пока!